Есть такие люди, которые хотят купить лимузин, но думают, блин, ну зачем же мне лимузин, ну вот зачем? Короче, вот в этом лимузине мы будем жить с Миланой сейчас 24 часа, но это не все, потому что самое интересное, Милан, иди сюда. Я с скорпионом играю. Да-да-да-да-да, немного! Сторис буквально на 15 минут, кто успеет, всех мы накормим, да? Да, вкусняшки. У нас для вас вкусняшки, сейчас прям бегите сюда. Пожалуйста, не делай так, пожалуйста! Достань руку, достань! Ну что, родные, всем привет! С вами Дава и Милана. И прямо сейчас мы будем снимать очень классный видос, прям как моя стрижка. Кстати, напишите в комментариях, как вам моя новая стрижка. Ты не можешь быть по-настоящему крутым героем без крутой анимешной стрижки. Прямо сейчас мы будем снимать офигенный видос, потому что мы 24 часа с Миланой будем жить в лимузине. Це в таких машин нигде немає. Це вона одна копейка по всей Украине. И не в обычном лимузине, а такой лимузин есть только один. Да, это один лимузин такой в Москве. Да? Какой он? О, такой! Двухэтажный. Двухэтажный. Чтобы вы понимали, я помещаюсь там в рост. Вот я просто встаю в 2 метра, и я головой помещаюсь в лимузин. Но перед тем, как мы его покажем, на канале есть традиция, которую нарушать нельзя. Прямо сейчас в начале ролика нужно поставить лайк. В конце ролика, если вам этот ролик не понравится, вы скажете, фу, ну что за фигня какая-то. Вот. Вы можете его убрать, в принципе. Да, вот. Поэтому традицию не нарушаем. Но мы сделаем все для того, чтобы вы его не убирали. Давайте сейчас, что готовы показать? Давай. Показываем? Быстрее. Все, давай просто посмотрим на лимузин. Офигенный, да? Двухэтажный. Это что за аппарат просто? Да. Что за пушка? Капец. Пушка заряжена. Не стреляет. Пушка, наверное, не стреляет. Чтобы вы понимали, вот я стою весь рост, и я помещаюсь. Короче, вот в этом лимузине мы будем жить с Миланой сейчас 24 часа, но это не все, потому что самое интересное, Милан, иди сюда. Самое интересное у нас будет в самом лимузине, да, потому что у нас там... очень круто, я надеюсь. Что там, расскажи. Это без дураков, очень круто. Там, я знаю точно, что есть пупыты, там есть вкусняшки, там есть игрушки, все, больше я ничего пока что не знаю. Давай, что уж рассказывай, да, просто покажем. Давай, давай. Давай, пойдем. Родные, ну подожди, Петр, чуть не забыл. Короче, есть такая проблема под всеми видосами, мы с Миланой смотрели статистику, 80-70% людей смотрят наши видео без подписки. И нам очень обидно, потому что мы стараемся, ребята, а вы не подписывайтесь на канал. Давайте так, чтобы не пропустить наши видосы, подпишитесь на канал. Ну это же правда, это 2 секунды, вот сейчас просто нажать на подписаться просто и все. Все, давай, показывай. Раз, два, три. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Ребятки, первый раз сижу за рулем лимузина. Сразу скажу, максимально неудобно, потому что нету камеры заднего вида, габариты вообще непонятные. Я не понимаю, как на ней ехать, но есть один плюс. Ты ощущаешь себя, как будто ты сидишь за штурвалом какого-то лайнера. Ну, короче, типа, что это, как это называется? Корабль. Ну, не корабль, а это... Да, это лимузин называется. Ну, взлетает, летит который. Самолет? Самолет, да. Вот я сейчас еду назад, а я не понимаю, там есть тачка или нет. Дядь, ты куда едешь, дядя, а? Едет на девятке, на девятке. Твою мать, блин! Не ори мне в ухо! Делаем с Миланой небольшой рум-тур. Подходи ближе, не стесняйтесь, садитесь, сейчас берете чаек, потому что сейчас будет просто отвал башки. Самая задняя часть. Что у нас здесь есть? У нас есть много чипсов. Купленные. Киндер, который растаял. Вот так вот немножко он произошел. Орео. Да, вот это, короче, штука, это подсветка. Здесь подсветка. Чтобы вы понимали, в моменте просто сразу покажу. Вот я так. В моменте. Я помещаюсь вот полностью. Я могу спокойно стоять, вот я стою, я танцую. Хочу потанцевать нельзя, что ли? Я танцую. Мне потанцевать нельзя? И даже еще место чуть-чуть есть. Мне идиот. Чем хорош еще лимузин? Отойди в конец, я покажу. Я рассказываю для тех ребят, которые вот, ну, например, есть такие люди, которые хотят купить лимузин, но думают, блин, ну зачем же мне лимузин, ну вот зачем? Скажи мне, друг, зачем? Зачем? Объясняю. Машина, в которой вот вы едете до работы, и вы захотели заняться спортом, и пожалуйста.
Вот так вот. 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 Я просто похлопаю. Вы можете отжиматься. Вот так вот. 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 В средней части нашего лимузина двухэтажного у нас есть вот такое местечко для просмотра кинофильмов. Если что, можно взять попкорнчик. Тут у нас, смотрите, что попыты есть. У нас сюда можно, вообще здесь типа должен быть какой-то алкоголь, но мы-то не пьем алкоголь с милашкой, поэтому мы можем туда заливать, ну, например, что-то там, колу, да. Вот, тут есть бокальчики. Как он сказал, вот так вот выглядит рукожоп. Ни в чем не бывало, как будто ничего не произошло. Берем стакан и вот так вот ставим. Аккуратно на место, как будто ничего не произошло. Посерединочке у нас вот такое местечко, такое барное. Если, ну, если, допустим, я был бы, например, не с Миланой, а с девчонками, да, ну, давайте просто представим вот эту, ну, приятную картину, да? Приятную? Здесь же у нас еще музло. Сразу покажем, вот здесь у нас, да? Ну, старая магнитола, да, еще вот старого. Ой, блин, я стекло воткнулось в руку. Это все из утелок. Утелок. Которых нет. Пожалуйста, не делай так, пожалуйста! Достань руку! Достань! Достань руку из подушки! Достань! Достань руку из подушки! Достань! Нет, палец прям сломает! Убери! Убери, пожалуйста! Ненавижу, убери! Милан, давай в Sony PlayStation поиграем. Sony PlayStation? Да, можно подключить, я из дома взял. Да, давай. Давай. Нет. Так, есть Mortal Kombat. Не, давай Mortal Kombat. Mortal Kombat? Давай. Готово. Где второй? Я с Скорпионом играю. Скорпион, сила. Давай, Милан. Че? Вот ты что, так хорошо играешь? Обманул? Сейчас. Давай. Опа, супер удар. Пошло, захват. Это тебе, если это вот так я буду делать, если ты домашку не будешь делать, поняла меня? Давай, фаталити. Я не успел. Слушай, я не понял, ты что, играешь без меня? Ты тренируешься где-то? О, пошло! Давай. Милан, ну хватит одним приемом делать. Вот ты кроме этих приемов больше ничего не знаешь? Так, тихо, не гони, братишка, не гони терминатор. Нет, пожалуйста, чуть-чуть. Да, немного! Да! Опача! Опача! Между прочим, мы пока ехали, нам сушки доставили. Так что, Миланчик, неси сюда еду. Да. Ты голодная? Я очень голодная. А за окном дождь. Прикиньте, пока мы ехали, ребят, начался ливень. Объявили штормовое предупреждение. А мы живем в лимузине, нам все равно. И у нас есть суши с блинчиками. Че? Вот блинчики. Да? Да. Господи, это очень вкусно. Они чуть тепленькие, но немного острые. Прекрасно. Что может быть лучше? Сосисочки. Давай. Идет ливень, дождь, романтика. А у нас в тачке все есть, прикинь. Скажи, в тачке как будто прикольнее кушать, да? Я так спать хочу. Давай тогда поспим. Ну, короче, в парк едем поспим. Мы поели, мы сейчас едем в один торговый центр. Пока мы идем в торговый центр, давай приляжем, поспим, потому что давай. Как раз идет дождь, ливень. Давай сделаем... Что? Паузу? Давай сделаем что? Скушаем твикс. Давай сделаем что? Тик-ток. Тихий час. Давай сделаем тихие 2 часа. Хорошо. Короче, родные, мы что-то приляжем, поэтому вы пока без нас немного, ну, побудьте, не скучайте. Самое главное, родные, пока мы спим, не забудьте, если кто-то не поставил лайк, сейчас самое время, да? Да, скажи. Это обязательно. Самое время сейчас поставить лайк, поэтому давай. Подожди. Скажи. Так, поэтому... Пожалуйста, поставьте лайк. Нам очень это нужно. У меня сейчас как будто, знаешь, такое, типа, мечта детства какая-то сбывается, когда я представлял, что вот, в больших тачках можно так ложиться. Спокойной ночи!
Милан. Милан, давай вставать, мы доехали. Ну вставай. Нет. Ой, я тоже спать хочу. Тян-тян-тян-тян. Ты сейчас упадешь. Просыпай. Пойдем посмотрим, куда мы приехали. Мы в аэропорт приехали. Так давай выйдем на улицу, посмотрим. Давай сделаем сторис. Скажем, что мы находимся рядом с авиапарком. Пусть подписчики приходят, а мы их будем кормить. Так, хороши мои, всем привет. Мы вместе с Миланой стоим у авиапарка. Вот здесь у нас вот такой большой белый лимузин, увидите. Мы стоим, ждем вас. Сторис буквально на 15 минут. Кто успеет, тех мы накормим, да? Да, вкусняшки. У нас для вас вкусняшки. Сейчас прям бегите сюда. Здорово. Здорово. Как зовут? Как дела? Слушай, у нас есть немного чего-то сладкого и так далее. Хочешь поделимся? Да? Так, вот смотри. Вот есть. Чипсы возьмешь? Еще что-нибудь надо? Ну все, с кайфом. Раз, два, три. Как дела? Нормально все? Здорово. Ну у нас там такая, типа, заходите. А я первый? Хорошо. Хорошо все? Да. Ну что, мы подписчиков обрадовали? Обрадовали. Они нарадовались? Нарадовались по-любому. Слушай, они зашли, взяли что им надо. Я что сейчас предлагаю? Я что сейчас предлагаю? Давай так, мы с ребятами прощаемся, да. А мы с тобой садимся в тачку, будем смотреть мультики и поедем дальше. Давай. Спасибо, что посмотрели нас, это был очень крутой видос, поэтому, ребятушки, пожалуйста, не забудьте в конце видоса все-таки поставьте лайк, ну и обязательно подпишитесь на канал. Да, потому что, ну, обязательно. Потому что они все смотрят, 80% смотрят без подписки. Да, и тот лайк, который вы вначале ставили, не убирайте, пожалуйста. Да, не убирайте, потому что мы очень стараемся, все.